Итак, дорогие друзья, мы находимся на приеме губернатора Санкт-Петербурга во время проведения юбилейного Санкт-Петербургского экономического форума. Сегодня Россия, да и весь мир существует в условиях новой экономической и геополитической реальности. Но нам все по силам, мы со всем справимся. И самое главное понимание того, что мы движемся к тем рубежам и тем целям, которые отстаивают вечные традиционные ценности гуманности, справедливости, доверия. Это мотивирует всех россиян. Это мотивирует прежде всего нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина в его необратимом стремлении не просто к прогрессу, а к нравственному и этическому прогрессу, который является внутренним главным историческим архетипом и кодом российской цивилизации. Поэтому я уверен, что этот форум является отправной точкой зарождения новых союзов, новых моделей взаимодействия и сотрудничества и не только в экономической, но также и в культурной, и смысловой, я бы даже сказал, идеологической плоскости. Всем справимся. Храни вас Бог.